Нынешний сезон получился весьма насыщенным в плане бокса. Много спортсменов принимало участие в полевских турнирах. Помимо постоянных гостей из городов Свердловской области, посоперничать с нашими боксерами приезжали спортсмены из Челябинской и Тюменской областей. Присутствующий на открытии турнира депутат Думы Полевского городского округа Михаил Шмелев отметил, что боксеры за прошедший сезон значительно выросли в мастерстве и набрали большое количество боев. Все мероприятия, которые были запланированы у нас в этом сезоне, все состоялись и были даже дополнительные внеочередные мероприятия, поэтому я считаю, что в этом году у нас сезон удался. Надеемся, что и в будущем сезоне мы выдержим эту же планку. Ребята все в отличной физической форме и набрали очень много боев. То есть я думаю, что будет весело. Самое главное, что травмы мы всеми ограничиваем, всеми возможными способами. Маски, перчатки, бандаж, все это у нас присутствует. Директор детско-юношеской спортивной школы Михаил Кочешев обратил внимание на энтузиазм и желание тренера полевских боксеров Евгения Пешехонова развивать олимпийский вид спорта и стремление вывести его на новый высокий уровень. Ведь проведение большого количества соревнований – это огромный труд и повышение мастерства спортсменов. В завершающем долгий сезон турнире приняло участие 40 спортсменов, разбитых на 20 пар. 21 боксер приехал из города Касли Челябинской области, чтобы посоперничать с ребятами Свердловской области. Хочется отметить 10-летних полевских боксеров Никиту Тихонова и Роберта Садыкова, которые досрочно ввиду явного преимущества завершили свои поединки победами уже в первом раунде. Всего же из 5 полевчан побед добились 4. Все участники были награждены ценными призами, за помощь в приобретении которых, а также огромную поддержку. Организаторы благодарят Дмитрия Ушакова и Максима Данилова. Несмотря на завершение сезона, все лето в секции бокса детско-юношеской спортивной школы будет вестись базовая подготовка к новому сезону, благо интерес к боксу в нашем городе постоянно растет. Люди интересуются, приходят заниматься, и, пользуясь случаем, хочу пригласить на занятия олимпийским видом спорта бокс.